Ну что ж, сегодня у нас 29 число, пятница. Мы приехали на рыбалку на озеро Портяное. Вот такое вот оно. Здесь мы все время рыбачим окуней. Окуня такие хорошие. По записям вы уже не раз видели их. Вот. Сегодня с вами я, Саня, и Калюня. Решили изведать дорогу и заодно порыбачить. Калюнька уже здесь был. У него здесь щука оборвала блесну, как он говорит. Ну, не запостил, не было, сами знаете. Вот. Поэтому будем пробовать еще и сегодня. Порыбачим, посмотрим, что из этого выйдет. Ну что ж, до встречи на рыбалке. А мы попробуем первый заброс сделать около берега. Помните, как в моих записях есть, где мы никуда не забрасываем, а прямо около берега проводим, и он здесь вот в травке находится. Посмотрим, есть или нету. Опа! Опа, родной! Прямо у бережка, как положено. И смотрите, какой крупнявый. Крупнявый. О, о, ребят, какой. Вот это окунишка, так окунишка. Смотрите, какой. Вот он, ребят, какой. Красавец. Здоровый. Вот озеро большое. Где-то примерно 800-900 квадратных метров. Опа! О, поймал. О, как сопротивляется. Ловлю на Blue Fox медяшечку. Это у нас пятый размер. Окунь небольшой такой. Его можно выпустить. Где-то от силы грамм 300 в нем. О. Поэтому я его выпускаю. Ждем большого окуня. И щуку. Здесь щуки хорошие. Именно в этом озере, я уже говорил, уже поймал щуку на 12 килограмм. И, кстати, тоже на медяшечку. Совсем... Опа, еще один есть. Совсем недавно листвы еще не было. Посмотрите, как быстро все зазеленело. И травка, все. Вот опять небольшой. Вот он какой. О, порвал губу ему. Маленький. Тоже отпустим его. Не вырос еще. Ветерок у нас сегодня небольшой. Примерно где-то 1 метр в секунду. Северо-запад. Температура за бортом, как говорится. Градусов 10, наверное. Обещали дождь сегодня целый день. Но дождя нет, оно еще наоборот распогодилось. Опа! Сидит родной. Вот этот хороший уже окушок. Этого сейчас покажем. Хороший. Хороший окушок, смотрите. Вот он какой. Вот он. Красавец. Вот это уже окушок так окушок. А колючий, зараза. Вот он, родной. Сейчас мы его кольке отдадим.
Мне же нужно, как всегда, штучек 5. Поэтому чего мне сейчас их таскать? Пускай Колька таскает, да? Правильно? Правильно. Очень хочется поймать щучку. И калюньки хочется. Здесь щуки хорошие. Маленьких, можно сказать, и нету. Мошкара уже. То есть, опа. Еще один. Видите? Заброс, окунь, заброс, окунь. Вот это вот. Не уходи, не уходи. О, становись рядышком. Тихо, хорошо. Народ здесь практически не бывает. Мало кто окуней уважает. Все в основном стараются ехать подальше, сишка ловить. Нельму, Чера, ну, в основном в сети. Поэтому озеро это проходное. Чисто прошли и все. И не заметили его. Вот, а мы здесь любим рыбачить. Здесь чисто хищная рыба. Окунь и щука. Они здесь ганнибалы, скорее всего. Потому что другой рыбы мы здесь не видели. У нас уже овод начал летать. С одной стороны хорошо, что ветерок так слабенький, с другой стороны плохо. Потому что комары сейчас будут нас доставать. Придется много антикомарином пользоваться. Опа, опа. Есть красавец. Поймали. Вот он какой. Чудно. Именно на этом озере мы привлекаем рыбу таким вот образом. Очень хорошо реагируют на всплески. Слышит и идет. Привлечемся с щукой, и щука как придет, как возьмет мою блесну, и мы ее как вытащим. Ух, хорошечно будет. Опа. Вот с калюнькой перешли на ту сторону. Точнее, как сказать, калюнька перешел пешком, а я все-таки сел на мотоцикл и переехал на эту сторону. Вот. Его мотоцикл находится вон где, на той стороне он находится. А мой мотоцикл уже здесь, на этой стороне. Погода совсем испортилась. У нас тут ветерок поднялся, прохладненько стало. Вот. Но я думаю, это не беда. Калюнька уже успел здесь, покуда я распаковывался,
Вот. Он успел уже поймать две щучки, окуней еще. Окушок такой хороший, говорит, на грамм на 800. Ну, посмотрим, что покажет. Пока клюют только махонькие-махонькие щучки. Такие где-то грамм по 300 от силы. И у калюньки главное клюют. У меня не хотят. У меня такая шикарная тайна Магалона. Вот она. И она не хочет. Повесил блесенку троечку форелевую. Вот она такого латунного цвета, и что-то начало проклевываться. Ну, дай бог, как говорится. Опа. Я его поймал! Я его поймал! Вот оно! Ура! Приятственный окушочек. Что ж, сейчас еще одного поймаем. У рыбы начался обед. Она захотела кушать. Около берега, главное, нету ее. Она откуда-то с глубины бежит за ним. Ух ты, ух ты. Опа! Есть еще один. Ребята, я еще одного поймал. Хороший идет. Вот он какой. И поймал-то его как-то интересно. Вот это вот окушок у нас такой ловится. Опа. Видите, недалеко забросил и поймал окушка. Я вернулся обратно на наше стойло, где мы останавливаемся все время. С той стороны, как говорится, сюда приехал. А Калюнька идет потихонечку. Я у него забрал рыбу. Вот, и привез ее сюда, чтобы ему идти рыбачить было легко. Вот. Здесь вот на озере неподалеку есть такой вот небольшой пляжик. Там глубина буквально где-то вот такая. Вот, и где-то с метров 15 она идет. А потом идет бровка. Бровка такая сразу где-то на глубину 1,5 метра. Сейчас съемки будут производиться против ветра. Поэтому, ребят, шум ветра, конечно, будет присутствовать. Поэтому уж сразу извините меня. Красавец!
Эх! Ну, таких вот с пяток поймаешь и килограмма 4 будет точно. Калюнька у нас тащит рыбешку. Фух. Вот она, родной. Ах, таких вот ловить, да, калюня? Вон какую ловить. Ага, рыбка. Ага, желтый. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был канал Стофити и компания, и я, Саня. До новых встреч. Пока.